И чего только эти разработчики игр не придумают, чтобы заработать лишний бакс. Ну, по крайней мере, это познавательно. Интересно, скажет ли он эту фразу из Виллиса? Может быть, если я попрошу? Я уверен, ему это нравится. Я полагаю, что колонна пройдет без инцидентов, учитывая то, что все машины в этом городе больше похожи на бесполезный взрывающийся реквизит. О, Крочи достался целый день. И почему мне кажется, что у мэра есть акции в игрушечной компании? Возможно, это потому, что я усталый циник. Рад видеть, что налоги, которые я плачу, не тратятся попусту.